Відкрита трибуна. Чи потрібно замінити маршрутки на великі автобуси? Думаю, что да, потому что наш город очень длинный, и нужно большое количество людей перевозить из одного конца города в другой, поэтому думаю, да. Я считаю, что нужно заменить маршрутки на автобусы, поскольку будет больше льготного, будет много мест, не будут толкаться и будет очень комфортно ездить. Конечно, нужно. Большие автобусы – это очень удобно, потому что город у нас большой, а в час пик в маршрутках фактически не протолкнуться. Висишь на одной ноге. Да, потребно. Потому что неудобно. Вы знаете, стоишь в очереди, и не успеваешь на маршрутку, а автобус есть автобус. Вот 228-й, чудесно ездит. И свободно и заходишь, они очень неудобно заходить, неудобно садиться, неудобно, ну, грязные маршрутки. Ну да, я так считаю, потому что бывает не хватает места, и если ты куда-то спешишь, то ты просто будешь пропускать несколько маршруток, потому что они забитые. Думаю, оно лучше так будет. То, что больше этот транспорт, чем будет больше, ну, думаю, так оно будет лучше. Бо сам бывает просыпаюсь утром, не успеваю ни на какую маршрутку вообще, а так лучше оно будет. Ну, я думаю, что можно все-таки. Все-таки будет и побольше людей будет успевать на свои работы, и, как правильно так еще сказать, успеваемость, может быть, больше будет. И все-таки, думаю, что-то нужно менять в нашем городе. Но на новенькое. Что, думаю, нужно. Відкрита трибуна.